От чего или от кого взрослые решили защищать детей, история возникновения действительно не праздная. После Второй мировой войны количество обездоленных детей волновало многих. И в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, где прозвучала клятва о борьбе за мир. Он-то и является гарантом счастливой жизни. Так что вот уже 66-й год подряд Международный день защиты детей отмечается более чем в 30 странах мира. Как правило, формат современного праздника одинаков везде. Подарки, представления и конкурсы для главных героев. Пусть современные дети сегодня в лучших условиях, чем полвека назад, главный щит побед, похоже, все тот же – любовь. Самое главное – дарите побольше улыбок, радости, и дети будут счастливы. Хотите, чтобы был ребенок послушным – сделайте его счастливым. Да их не защищать надо, их, наверное, больше воспитывать надо, чтобы они сами в состоянии были себя защищать. Вот. Ну и, конечно, без родителей больше никуда, надо их направлять по жизни. Вот. Наверное, так. Я бабушка, у меня 5 внуков. Я же хочу, чтобы дети мои были здоровыми, и мы стараемся. Во-первых, питание должно правильное. Вот. Спорт, а это мы соблюдаем. Горные лыжи у нас, коньки, ролики. Не секрет, что современный ребенок порой даст фору взрослому. Смастерить робота или сыграть на барабанах легко, не забывая при этом съесть гору мороженого. А главное, дети гораздо искреннее и честнее. Ребенку для счастья, по-моему, надо много шоколада. Ребенку для счастья надо много игрушек. Ребенку для счастья нужны родители. Смотрите, он мама какая или кто это? А ну иди читай, смотри. А вон впереди там смотри. Абаканский зоопарк в этот день распахнул двери, в том числе для самых благодарных детей. Детей с проблемами в развитии. Спасибо благотворителям, вход бесплатный. А как иначе? Ведь детство – прекраснейшая пора. И так охота, чтобы у каждого ребенка оно было. Мне кажется, детство – это когда ребенок счастлив, и вместе с ним на его счастье семья. Что такое лето? Это много света, это поле. Это тысяча чудес, это в небе облака, это быстрая река, это яркие лучи, это синь высоты. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.